Доброе утро, дорогие друзья! Это Лас-Вегас. Я вам хочу сказать, что сегодня действительно я вижу, как солнышко касается этих гор, которые находятся вокруг Лас-Вегаса. И горы начинают освещаться этим солнцем. Я до этого проснулась, где-то было без 10. И вот оно классное солнышко. И самолет, два самолетика в разные стороны. Летят самолетики. Над Лас-Вегасом они летают каждую минутку в разных направлениях. Ну, допустим, я где-то проснулась, было без 10:06. До этого солнца еще не было. И небо такое нежное. А горы такие темно-темно-темно, такие синие были. Вот, но я уже сделала зарядку. Потом как-нибудь я в своей странице покажу вам, как youtube.com Мила Гурцов, вернее, меня зовут Мила, я занимаюсь транспортом. Ну вот, видите, вот это вот солнышко и вот такое там освещение гор. И как оно быстро-быстро, это солнце поднимается. Я знаю, что сегодня суббота, и очень многие отдыхают. Но вот обратите внимание, как это солнце быстро поднимается, просто на глазах. Кто-то из вас встречал восход солнца? Ну, так, подумайте. Когда вы это делали в последний раз? Можно попробовать. Я не открываю окно, потому что я буду шуметь. А в доме еще все спят. И вот, конечно, такое радостное состояние. Доброе утро, Лас-Вегас. И, конечно, сегодня замечательный день. Такое чистое небо. Ни единого облачка нет сегодня. Я каждый день, когда смотрю на такое утро, я радуюсь, потому что я житель Крыма, я здесь нахожусь в гостях, и как бы я люблю загорать, потому что я живу на берегу Черного моря, и это очень красивое, сказочное место. Это место у нас называется Гурцов, Артек. Это самое сказочное, красивое место, особенно если заплыть в море и посмотреть вдали, как красиво смотрятся горы. Вы видите, как поднимается солнце? Оно поднимается просто. Просто на глазах. Здравствуй, солнышко. Дорогие друзья, я хочу, чтобы ваши сердца были наполнены, вот как это солнце, большой радостью. А самое главное, чтобы ваши сердца были наполнены любовью. Даже в этой странице я хочу сказать. Спросили у ангела, а что такое рай? Рай – это когда в ваших сердцах любовь. Это страница из Библии. И вот еще оно, любимое, поднялось. Да, хорошего вам настроения. Заходите на мою страницу youtube.com Мила Гурцов. Ставьте свои плюсики, подписывайтесь на мой канал. Это интересно.